Китай в ожидании праздника весны. Большой наплыв людей в предпраздничный период ожидают в сельской местности. Как к нему готовятся медики в отдаленных районах, знают мои коллеги. Это больница села Тучэн, уезда Сишуэ, города Цзуньи. Терапевт Хэ Цин ведет прием пациентов. В последнее время здесь отмечают незначительное увеличение числа больных с жалобами на кашель. После 10 декабря количество таких обращений постепенно увеличивается. Сейчас я принимаю от 26 до 30 человек в день. В основном люди жалуются на кашель, в том числе влажный, ломоту в теле и боль в суставах. Стационарно от коронавируса тут лечат около 120 человек. Это примерно 80% от общего числа госпитализации. За выявление COVID-19 у пациентов и их лечение отвечают 77 медработников. Они же оказывают медицинскую помощь, связанную с ковидом, причем не только жителям села Тучэн, но и 6 населенных пунктов поблизости. А это еще 150 тысяч человек. Помимо полной укомплектованности кадрами, в больнице есть достаточный запас медицинского оборудования и регулярно пополняемый резерв медикаментов. Мы покупаем лекарства каждые 2 недели. Запас медикаментов создан из расчета на 30% постоянного населения. Сейчас у нас здесь более 16 тысяч упаковок лекарств, связанных с симптоматическим лечением от коронавируса. Медицинского оборудования в больнице тоже достаточно. У нас есть свыше 50 пульсоксиметров и более 10 кислородных концентраторов. Совсем скоро в Китае будут отмечать Новый год по лунному календарю. Из больших городов Тучэн уже начали возвращаться рабочие мигранты, чтобы встретить праздник в кругу семьи. В больнице села тоже подготовились к возможному всплеску заболеваемости ковидом. Во-первых, мы в срочном порядке закупили препараты для лечения от коронавируса. Каналы закупок были расширены на основе уже имеющихся. Во-вторых, мы докупили медицинское оборудование, связанное с респираторными заболеваниями. В-третьих, мы несколько раз проводили переподготовку персонала в соответствии с 9 и 10 редакциями плана диагностики COVID-19 и лечения от него. Весь наш медперсонал полностью усвоил диагностику, лечение и уход за такими больными. В больнице села Тучэн уезда Сишуэ оптимизируют механизмы оказания первой медицинской помощи. Медперсонал проходит специальную подготовку, создается запас медикаментов. И все это для того, чтобы обезопасить местных жителей в праздничные дни. Джао Син, Ли Цзюньцзе, CGTN, Цзуньи.